Так, значит. С вами Млас, продолжаю проходить готику. И я нахожусь, как вы видите, в Орде. Во-первых, мне тут забрать то, что я тогда не забрал. А во-вторых, здесь стоит статуя Инноса. Иннос. Сейчас хочу попробовать. Сможет ли он дать первый Даруй шаг? Мне свое благословение. О, да. Еще есть, о, он. Божество ничего не скажет. Отлично. Нет, нифига. Ладно. Давайте посмотрим. У меня теперь есть огненный шар. В конце концов, они тебя к этому вынудили. Каша. Я не могу забрать яблоко, да? Я могу забрать яблоко. Все. Ладно, что теперь? Я думаю, я посплю и отправлю в следующий город. Вот тут сундук какой-то. А, я сюда, походу, не заходил. Проигнорировал это здание, а зря. Тут особо ничего ценного нету. Сосуды, огненные стрелы. Надо кто-то научиться делать огненные стрелы. Так, ладно. Кузнеца своего взяли. Чё-то нету, да? Нету. Тут едете поспать. До утра посплю. Так, ладно, что будем делать? Я думаю над этим. В принципе, можно отправиться в Акару. Но тогда можно... Там надо вообще заявить, да, на Трейлис. Ну, в принципе, Трелис, вот Гильдерн, Сильдерн. Вот это, вот эти города нормальные. А, блин, это самое. Трелис, честно, мне не очень нравится он. Ну как, в него надо... В него нужно отправляться, когда... Так, стоп, ехать туда, да, я в Монтере. В него нужно отправляться... Что хотел сказать? А, когда уже, ну, если проходите за орков, то в Трейлисе главный орк сидит. Ну, или если, вот как я уже сделал, если проходите за повстанцев, там, ну, кубок находится, и там находится паладин. Вот я забрал вот этот кубок, и... Ну, опять-таки, если за повстанцев проходите, то... Там надо раздать 12 кубков, 12 паладинов, один из паладинов находится в Трейлисе. Так-то там больше делать ничего. Это серьезно? Вообще нечего. В общем, вот как-то так. Так, теперь мне нужно... Блин, я вообще что-то запутался в этих типах. Мне надо сдать квест коров. Мне скажут пароль. Я же не убил последнюю корову, да? Да, я убил всех коров. Чё, не понимаю, бедные коровы несчастные, зачем их убивать? Блин, это что? А, это не те наемники. А, тут есть тип, которому можно помочь сбежать. Да. Ты работаешь на наемника орков? Я не наемник орков. Тогда, может быть, ты тот, кто мне нужен? Пьяный голос. Ты принадлежишь к рабам, да? К сожалению, так было не всегда. Но в наши дни ты не сам выбираешь. Кого ты ищешь? Я должен обязательно сбежать отсюда. Вот только наемники следят за каждым моим шагом. Мне нужен сильный человек, который бы отвлек их, а я в это время смоюсь. Так, если ладно, я могу помочь ему сбежать, но тогда... Я сразу отправлюсь в Акару. Мне надо еще тут кое-что сделать. Мне нужно сдать квест коров, мне скажут пароль. Это что, потрошитель? Только огненная стрела, это плохо. Ладно, я
Блин, что я делаю? Я что, зрялет качал? Ух ты. Слушай, не зря качал. Быстро забиваю всех. Сундук мне не нужен. Там солнцеглядо, вот тип. С коровами покончил. Скажут, теперь ты доволен? Прекрасно. Очень хорошо. Ну тогда желаю приятно провести время. Эй, разве ты не хочешь получить награду? Вот тебе несколько золотых. 400. Кто ваш шпион? Он смешался с наемниками. У нас есть пароль. Да здравствует. Да здравствует Окара. Если ты ему это скажешь, он будет тебе доверять. Так ему пришла в голову такая чушь. Да здравствует Окара. Кому пришла в голову такая чушь? Это была моя идея. Круто, правда? Вообще круто. Окара — это наша штаб-квартира на севере Монтера. Что лучше подходит для пароля, как не это? Отличный пароль. Тогда уж бегали бы прямо по городу и кричали. Эй, я повстанец, давайте, убейте меня. Мне это как-то и в голову не приходило. Тупица. Реально. Чувак, даун вообще. Пароль. Просто. Да, конечно, я... Мои фырканье смеха в сочетании с своим насморком дают просто ужасные звуки. Смысл в том, что... Какой бред! Да здравствуй, Окара, какой бред! Ладно. Будем подходить ко всем наемникам и говорить пароль. Да здравствуй. Только сперва, я думаю, сохранимся, а то еще убьют нас за это. За этого дурачка. Не добавляй еще больше проблем. Да здравствует Окара. Ублюдок! Где ты это подслужил? Давай выкладывай. И нашли его сразу же. Я работаю вместе с повстанцами. Откуда так ты знал, что я не убью тебя сразу же, как только ты скажешь мне пароль? Я не знал. Тогда тебе повезло, дружок. Я связной повстанцев в Монтере. Прям так сразу, оп, да. Все видно. Вернее, ну, стоим на улице, так на виду, рассказывают. Я шпион, а я работаю на повстанцев. А этот чувак там кует, типа такой. Мы тебя не слушаем. Когда вы, повстанцы, собираетесь нанести удар? Зависит от того, что ты мне скажешь. Почему я? Я видел много парней. Но никому из них я бы не доверил возглавлять революцию. У тебя бы получилось. Жаль, только ты работаешь не на тех. Лучше бы ты уладил это сам. Что я должен сделать, чтобы ты пошел со мной освобождать Монтеру? С моей должностью кладовщика я не имею права даже входить в крепость. Когда ты сможешь просочиться к оркам, тогда мы и поговорим об этом. Добейся их доверия. Только... Ну да, я поговорил с Вариком. Я поговорил с Вариком. Ты действительно это сделал. Значит, время пришло. Я сообщу остальным, что мы скоро начинаем. Ты должен убить Варика. Мы вместе должны уничтожить орков и наемников до того, как Монтера будет освобождена. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Что ты думаешь о Варике? Он там что-то расскажет. Давай освободим город, покажи свой товар, расскажи мне побольше об Окаре. Не, ну, к сожалению, ты... О, давай мне письмо, я передам его. И, в принципе, все, да, у него не особо много золота. Можем продать его клон. Я, в принципе, может не понадобится еще чая там дракона, там прочих типов, я не буду ничего этого продавать. Ты это серьезно? Все. Так. В принципе, все. Очень чуть получили. Если бы у нас была акробачка, мы бы считал. Так, это опять, это не та ферма. Это молочная, нам надо зерновую. Ну все, положим типу сбежать и передадим послание. Блин, пароль, конечно, придумали просто красочно. Да здравствует, Окара. И он, я говорю, что за чушь, вас же сразу расхользовал. Он говорит, круто, правда? Какой пароль, как не этот подходит для этого?
Че, сохранимся и уведем типа, а то еще нападут. Я, конечно, с ними справлюсь, может быть. Мне я смогу помочь. Порядок, я вытащу тебя отсюда. И как ты хочешь это устроить? Давай беги, я пойду за тобой. Что? Сейчас? Да, черт побери, беги! Все, теперь по-тихому сваливаем. И все. Говорит, наемники следят за каждым моим шагом. Сидел тупо у забора, все, встал, побежал. Воу-воу. Если бы еще FPS не проседало, все было бы вообще сказочно и радужно. О, хран трава. Она, по-моему, выносливость дает. Ну и давай, беги, говорит. А я, идиот, еще и слушай. Получилось же. Ты совсем чокнутый. Унайдем. Другие заботы. Все, хватит. Ты же хотел в Акару, не так ли? Да, но одному мне не справиться. Акара чертовски далеко отсюда. Я провожу тебя до Акары. Беги. Что? Сейчас? Ты что, издеваешься надо мной? Да беги же, идиот! Все, побежали. Что-то наемники вообще не сагрились. Я-то надеялся, что... Вернее, как раз надеялся на обратное. Лучше будет горки. Эти твари ничего не учатся! А, у меня мана нет, ух ты. Так, чё у меня? Ублюдок несчастный. Надеюсь, что-то не мне сказал, что я бы разозлился. Огонь. Я так понимаю, то же самое, такая огненная штука будет. Вообще прикольно. В принципе, мне надо прокачать ману. Сколько у меня там очков обучения? 17. Ну, потом прокачаем. Сколько мне надо? Мне надо... А мне надо 1000 до следующего уровня, отлично. Я помогу ему добежать и уровень апну. Сейчас у меня 17 очков. Здесь у меня будет 29. Ну, блин, реально, я все же надеюсь, что мне... По два лишних дают за быстрое обучение, а не по одному. Боуки. Давайте. Давайте огонь. Где-то здесь должно быть их много. А, у меня мана закончилась. Я этого не люблю вообще. Ладно. Магия не магия, когда заканчивается мана, меч помогает. Все. Так, ты там далеко не убегай. Мне надо с них лут собрать. Теперь побежали. А, у меня еще 0 мана. Ну да, у меня было 50, я выпил зелье, стало 150. Я там что-то где-то истратил. Ладно, давайте. Я, в принципе, научился их варить, у меня теперь будет много маны. Давайте. Закидываем их. Не, конечно, тут магию мне использовать не особо. Я как бы это больше по фану делаю. Потому что это самое. Не, ну просто я... Что, я зря эту всю магию учил? Протупил одного волка. А он его забил. Парень, блин, вообще с мечом. Вау, он, учитывая то, как он волков кость, он мог сам, блин, этих наемников перебить, чертовой матери. Заготовить мясо на зиму.
репутацию охотников. Чё за... Я не брал это задание. Так. Ну, пошли, пошли. Чё это у нас тут? Дикая ягода, целебный корень. Солнцегляд. Я его заберу. Лечебный корень. Слава Инес. Хорошо, а теперь можешь расслабиться. Спасибо. Спасибо, это хорошо. Хм, это... Все, говорит, бери все, да, у меня 15 золотых. Так, у меня... 28. Вот, блин. Это быстрое обучение дало мне плюс одно очко. Каждый уровень. Ну, блин. Нечестно. Плюс одно очко. Ну, ладно. Вообще, я думал, что если я буду быстро учиться, я хотел вообще призывать демона. Для этого надо 220 знания. Ну, плюс еще там 20, то есть мне надо скелета, ужас, ослабление, самого демона. Это все учится мало как за 20. То есть мне надо 160 древнего знания, плюс еще 20 очков на учение все это. То есть 180. То есть мне надо еще 152. Так, сколько это? Сколько будет 11 на 4? Ой, 11 на 16. Нет. 11 на 14. 110 и 44. 154. Да. То есть мне надо 14 еще уровней. У меня 18. Ну да, нормально. Тут что, этот получается у меня будет 32. Я в этой игре достигал тут черти какого там, 68-го, по-моему. 32-го мне достичь будет несложно. В принципе, да, мне можно выучиться бойцу с двумя клинками, ходить с двумя мечами, всех писить. Особо так мне не это самое. Не то, что прям сильно нужно. Ой, ну почек же, я его все потырил. Но вылет. Нам пригодится любая пара рабочих рук. Ты кузнец? Кузнец, повар, старатель. Чем меньше нас становится, тем больше обязанностей мне приходится выполнять. Я могу его кучу все накупить. Мне нужно оружие. Ха. Конечно, у меня есть что тебе предложить. Вам нужны еще люди? О, да, и срочно. Наш предводитель, Роланд, в последнее время использует все наши резервы. Нам пригодится любой человек. У фермера Руфуса есть сообщение для вас. Очень хорошо, он наверняка принес новости из Монтеры. Спасибо тебе за то, что он добрался сюда целым и невредимым. Я найду вам новых людей. Если ты знаешь свободных людей, готовых сражаться за короля, то приводи их сюда. Ищи их в окрестностях Акары и на фермах Монтеры. Я уверен, что там найдутся пропащие души, которые согласятся прийти сюда. Где мне найти вашего предводителя? Спускайся в шахту. Он живет там, в пещере. Покажи мне свое оружие. Что-то он не может меня научить. Так, что у нас есть? Длинный меч. Двуручный меч. Полуторный меч. Полуторный такой неплохой. 12 штук, суд рецепт. Давайте купим. Так. Чем можем его кинуть, этот меч? В принципе, особо ничего, да? У нас и нету. Шкуры можно ему дать.
чешую тут особую. Зубы, когти, шкуру, сердце. Ну, блин, нет, вот, мне не жалко этому типу продать. Чё, все что ли? Ну да, тут у нас и так 36 тысяч, я думаю, тут можно не скупиться. Полуторный меч. 80 плюс 10, то есть будет 90. Нормально. Если заточить, то будет 100. Нет. Жаль, что он не может нас ничего научить. Ну ладно. Послушал бы ты моего... Я, знаете, находится камень телепортации Вакару. Он находится на камне тупо перед зданием. Перед зданием, перед этим самым. Вот он. Короче, сейчас... Что мне надо? Так, 28, у меня мечное дело 11. Сейчас я телепортнусь в Монтеру и прокачаю себе Старателя и этого самого. Заточку. Ладно, тогда я... Ну, я не буду фигней страдать. В принципе, магию можно прокачивать, но опять-таки видно, да, что у меня опа-опа сразу мана кончается. Давайте пока что прокачаем оружие. Расскажи мне что-нибудь. Ты быстро. Отлично. Хорошо. Так, как заточить клинок? У тебя недостаточно. 9 очков обучения. Ага, как заточить нужно 10, давайте о Старателе. Что я должен знать о ремесле Старателя? Тут многого знать не надо. Тыкаешь кирку в скалу и начинаешь рубить. Удары должны быть равномерными. Тогда ты сможешь получить больше кусков. В принципе, все. Можно было бы еще... Короче, я получу уровень и выучу еще Старателя. Ну, а пока что отправляюсь, так, Редек, вот он, Акара. Искаю себе новый клинок. Так. Сайрус. Я уже не помню, кто это. А, это чувак, которого я оставил. Чертик, девка, Бдуня. Ну, ладно. Неважно. Тут куча этих самых есть. Жил. Черт, их добит, я не могу их использовать. Блин, вот... Блин, да вы издеваетесь. Все занято, все занято. Все, сколько я там? 5 получил? 8, 10. 10, о, неплохо. Чего так смотрите? Я такой же чувак, как и вы. Просто стою, долблю стену. Так, завороженно наблюдают за работой мастера. Тут куча этих жил. При прокачке ремесла Старателя можно заработать очень много железной руды. Ну, в принципе, железная руда для особо крутых этих самых не нравится. Нужна та самая... Какая-то магическая руда. Почему я не могу? Ну вот все, я стою перед этой штукой. Почему я не могу, блин? Вот гад. Занял место. Отойди, отойди отсюда. Блин, почему это не Skyrim? Скорее можно было использовать крик и всех оттолкнуть. Причем они бы на тебя даже за это не загрелись. Толкнул всех и все, и стоишься, добываешь. Все, вот давай. Один хоть нормальный чел. Потом еще можно золотую руду подобывать. Так, сохранимся, попробуем обчистить сундук. Убери руки! Нет. Не получилось. Стоять! Я мало. Ладно, загружаемся. Так, ладно. Тут что-то об алхимии.
Даже не надо знать, что там. Это... Если что-то об алхимии, он повышает алхимию. Так, амулет. Защита. О, кстати, насчет защиты. У меня же есть такая замечательная вещь, как шлем первого паладина. Да, он у меня покруче будет. Тут 14 клинка, тут 15 от клинка, там от стрел. От холода, от огня и энергетическая защита. Ничего нового. Так, это я читать не могу. Давайте что-нибудь сварим. Что нам сварить? Можем целебную. У меня нет нужных ингредиентов. Два. И что еще? Зелье маны. Зелье маны. Все. Сосудов пока нет, ну и ладно. Так, хорошо. В принципе, тут, я так понимаю, живо да убить бесполезно, потому что тут типы. А зачем ты меня будешь? Если у тебя появится золото или серебро, неси их мне. Я предложу тебе за них хорошую цену. Что ты тут делаешь? Я присматриваю за железным рудником. Заодно слежу за тем, чтобы мы, несмотря на тяжелую ситуацию, не обидели. Я забираю у богатых и раздаю здешним парням. И левая рука, так сказать, не знает, что делает правая. Покажи мне свой товар. Что у него есть, интересно? Целебное зелье, кирка. Блин, где стрелы? Где все стрелы? Стрел нету, нифига нету. Всех, короче, отмычками, 52 отмычки. Они, конечно, на века. Палаш. Ладно. Понятно, ты вор и воруешь для повстанцев. До войны я был простым крестьянином в Гельдерне. А сегодня собираю эти... Как их там? Артефакты. Да, война меняет многое. Расскажи мне что-нибудь о воровском промысле. Чё здесь? У него нет самых крутых. Я ищу типа, который может мне самые крутые замки показать. В принципе, здесь их главарь, да, где-то. Вот его. Я слышал о том, что в наш лагерь вступил новый человек. Говорили, что он подает большие надежды. Не обманули. У меня есть сообщение от кладовщика Санфорда из Монтеры. Давно пора ему дать о себе знать. Хорошо сделано. Побольше бы таких людей, как ты. Хм. То здание отменилось. Ты здесь, начальник. Я делаю все, что чертовски трудно. Ведь мы потеряли уже больше половины наших людей. А, да, он бывший паладин. Сейчас там можно что-нибудь... Вау, доспех повстанца. 40-40-40. А у меня какой? 25-25-30. Можно было бы, в принципе, обменяться. Блин, штука стоит 20 штук. Я все бабки на него потрачу. Ну ладно, я не буду пока что делать. Кованый сундук. Еще один. Блин, сколько этих кованых. Но я имею в виду, что... Это хорошо, что их много. Плохо то, что они, блин, находятся... Я понимаю, орков, я, блин, орков вырежу и заберу сундук, но, блин, с типами, с которыми мне особо не хочется воевать. Конечно, плохо, ну ладно. Давайте выкуем меч полуторный. Что там надо? Воу-воу-воу, FPS, не приседай. 10 стали. Ага, 10. Короче, я могу их вообще кучу выковать, но я сделаю один. Я же могу его носить, да? Тут нужен мечник один, да? Боец на мечах, да. 170 силы надо. Да блин, вы издеваетесь. Упал в просак. Убери оружие. Так. 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 Так.
Короче, я... Да, я качнул древнее знание. Я потратил очков, наверное, 80 на древнее знание. Теперь мне нужна... Интересно, у меня есть? У меня же есть, да, по-моему, что-нибудь носило. Драконий корень. Давайте посъедаем все эти растения. Охран травы вообще кучу. Я уже передумал качать алхимика. Ну тут, в принципе, я буду качать чувака с двумя мечами. А если у меня останется лишнее, я буду качать древнее знание, чтобы вызвать демона. Потому что вызвать демона — это круто. Поэтому я уже передумал вообще качать алхимика, но максимальная мана. Там не нужно. Что-то еще есть. Ловкость. То 70 сил нужно для этой штуки. Ну ладно, 170 получается через два уровня я смогу. Мне, конечно, очень много надо, хотя в принципе не особо, сколько там мне надо, 8000 опыта. У тебя наверняка есть незаконченные дела. Хорошо, я так подумал. Что, все, в принципе, с тем говорить бесполезно. Но с главным повстанцем он всего лишь даст нам квест, типа, идите в Готу. В Готе есть камень телепорта, этот самый, Венгард. Гот — это же бывший город паладинов, разгромленный Ксардесом и орками. А в Готу я пока идти не собираюсь. Хотя, в принципе, можно. Что произошло с людьми, ну, он рассказывает. Ты бывший паладин, да? Что ты можешь меня научить? Сила, ладно. Мне надо 24 силы, чтобы взять тот меч. В принципе, мне нужно, чтобы с двумя мечами, да, мне нужно как раз 170 силы. 140 ловкости. Ловкости у меня тут, ну, почти уже есть. И силы, в общем, нормально. О, еще одна жила. С которой я еще ничего не добывал. Так, ладно. Давайте поспим. Побродим по окрестностям Акары. Я думаю, что... Ну, блин, я не знаю. Я не помню особо никаких квестов в Акаре. У меня здесь сколько у меня репутации в Акаре уже? Ноль. Серьезно? Все эти задания не принесли мне ничего, блин. Я думал, что там коровы, там еще что-то. Ладно. Я думаю, Акару я тоже пропущу. Не, ну как, я... Воу, тут огры. Я к ним свалился. А. Стойте там, пока я восстановлю ману.
ребята, их четверо. Они меня забили вчера. Значит так, убиваем огров дубль 2. А, у меня опять мана закончилась. Ну, ладно. Что, давайте кого-нибудь забьем. Сохранимся. Хорошо, давайте. Что у нас там? А, ман еще куча. Вообще вход мой подошел, пока он тут. Да. Ну их не четверо всего лишь двое. Я тут. Сейчас я их зажарю. Наша маны надо много. Очень много. Ладно, кистень, кистень. Огр, огр. Блин, вино. А, да, я же с вина потом могу варить. Трачу ману, убиваю огров, варю ману. Замкнутый круг. Так, хорошо, тут последний же, да, вот он, четвертый. Так. Стрелы огненные. Воу-воу. Ладно, я ищу тратить стрелы, чтобы убить огонь, который я с руки могу заманить. Все. 320 на 4, да. 1200 там. 80 опыта. Как на лету. Старый сундук. С первого раза. Сосуд, амулет, короче, все. Огры мертвы. О, растение маны. Целебная трава. Так. Ну чё, куда идем? Можем направиться в Сильден. Да, я, конечно, может быть, это очень плохо, что я так проскакиваю, но я не знаю. В Акаре я всех обошел, я не нашел никого, кого может взять задание. А просто так бегать по этим самым... Просто так бегать по окрестностям... В поисках типа, который для задания, это не для меня. А!
вообще легко валятся. Сундук, в котором одна трава. Я же вижу, что там пусто. Вот. Стой совершенно. В том вообще дно отсутствовало. Нет. Ну, собираем все оттуда. Я опять путаю кнопки. Ладно, пошли. Я думаю, вот пока я вот по этому лесу прогуляюсь, тут в принципе и площадь-то... В принципе, карта игры кажется будто огромная, на самом деле нет там... О, бизоны. Прочистим немного этого самого леса. Да, бизоны оказались сильнее потрошителей. Бизоны все-таки сильнее. Хотя на самом деле и это хорошо, что они миролюбивы, потому что если бы бизоны вот сейчас на меня нападали, тут просто куча меня забивали. Падальщики вроде тоже, если они вторгаются на их территорию, они миролюбивы. Вот я их с одного раза убил. Все равно даже при крутой прокачке всей я не получаю с них шкуры. Ну ладно. Наверное, сейчас пойду в Сильдон, возьму там камень телепорта в Сильдон. И оттуда вас валю в Гельдон. Гельдерна. Вот тут три сундука. Мотороллер. Проезжает мимо дома моего. Ледяное копье. Да нет же. Это не сработает. Дайте открыть сундук. О. Ну конечно. Укрепляющее зелье. Ну ладно, я его выпью, когда до города дойду, а то может мне еще потрошители встретятся. Еще раз меня ударят, только зелье. О, это бизоны, что ли, такие? Ух ты. Это не бизоны. А кто это вообще? Что, давайте укрепимся. Они стоят, ждут смирно. Так. Пьем выносливость. Пьем здоровье. Пьем ману. На носороге. Носороги совсем даже не мирные. Мы из них много сейчас накажем. Всё. Урок носорога. 200 стоит, неплохо. А, да, кстати, мне надо прокачать еще. Вспомнил, что я еще не прокачал. Вот. Требуется 50 мастерство вора. У меня 31. Мастерство отговорки у меня есть. Умение торговаться. Это я сейчас продаю вещи за четверть их цены, а буду продавать за пол цены. То есть в два раза больше буду навариваться на торговле. То есть вообще навариваться. О, колючий стальник. Ух ты. Оказывается, он есть не только там. Но он, в принципе, больше ни для чего не нужен, кроме этого квеста. Воу-воу. Так, тихо. Шерши. Полегче. Только противоядие надо выпить из какого-то одного, ну, двух укусов.
я в шоке. Ладно, сейчас сохранюсь. Стараюсь больше не показываться им. Ну или показываться, просто завалить с одного удара. Давайте лед. О, нет. Все. Что, все реально? Все. Всех с ваншотили. Не зря качал. Нет, конечно, можно прокачать потом навык, где он. Вот, восстановление маны. Герой восстанавливает ману, даже не отдыхая. То есть я по чуть-чуть восстанавливаю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И такая ледышка остается в воздухе. Весело. Ну ладно. Так, ладно, это мы куда идем? Мы в Сильдон. Ну ладно. Воу-воу. У меня закончилась мана. Я думаю, вино пить не стоит, да? Что можно съесть? У нас здесь магический корень. Голод будет долго, давайте съедим растение маны. Сколько у меня сосудов? 15. Ну я потом здесь всех сварю ману. Потому что, ну, жизнь, конечно, тоже нужна, но если у него будет мана, я просто его забивать, и никто мне даже не подойдут. Все. Что, не зря вкачали. Я реально вообще... Нет, конечно, плохо, что у меня сейчас нет очков обучения, я не могу там кузнеца прокачать. Чтобы сейчас заточить и с кучей мечей с крутой ходить. Ну блин. Но я не жалею то, что я... Если я на хрена потратил, то... Это одно дело. Но я вкачал себе магию, сейчас просто ходил. А у меня уже три огненных кубка. Почему мы не едим охран траву? Давайте съедим охран траву. У нас тут бой, а мы едим охран траву. Нормально. Закончилось, ну ладно, надо ее качать быстрее. У меня 100 маны, да, 110. Надо ее прокачать до 200 можно, а уже до 300. Ну потому что зелье это восстанавливает в процентах, то есть не имеет значения сколько у меня. Ноги поопаснее будет. О, сытый шнык. Это тот чувак, с которого сейчас молоток упадет там или что там. Это он. Да, молоток Хатлот. Да. Точно помню. Есть сытый шнык и сытый варан. Короче, по квесту они у типа инструмента съели. И вот в сытом варане мы обнаружим камень друид варан. Нас кто-то заприметил. Кто? Вообще еще не вижу. Это не сработает. Все. Не вставай между нами и сундуком.
Меч. Стрела. Вот главное, меч. Урон 45, все. Больше ничего. Мне изначально дают меч, которого урон, ну понятно, 50. Плюс дает еще навык убийца орков. Зачем? Зачем мне этот тупой меч? Я тоже сейчас его продам. Давай, подходи. Все. О, растение мана. Так, огненные стрелы. Надо какой-нибудь затариться стрелами. Блин, даже у кузнеца в Реддике их не было. А болты тут, пожалуйста, на каждом этом самом. Давайте сорвем это растение. Так. Побежали, побежали. Чё стоишь, не стой. Это, думаю, город... А, ну да, он же тоже. Тут все города без исключения захвачены орками. Ты работаешь здесь рыбаком? Весь день и вечером тоже. Ночью я могу немного поспать. Какая радость. Тебе нужна помощь? Все эти рыбные бочки нужно отнести на мельницу. Кто-то должен собрать бочки и отнести их туда. Где находится мельница? Иди вдоль реки в северном направлении. Там ты ее и найдешь. Что-нибудь еще? Я абсолютно ничего не добился. Работаю, не покладая рук. А работы еще столько, что хоть беги. Покажи мне свой товар. Что есть? Уха. О, вареная рыба. Плюс 20. Просто рыба. Давайте. Купим, мне как раз не хватает. Может было на оружие огров обменять. Ну ладно. Так, мне нужен камень телепорта. Где камень телепорта в Сильден, я не помню. Он в каком-то сундуке. Здесь нету. Просто можно опускать все сундуки и найти этот камень телепорта. Хотя, может, даже не в сундуке. Ой, это квестовый персонаж, да? Эй, да кто ты такой? Я Хатлет. А, да, это он. Нам надо черти куда идти. Что произошло? Оглянись по сторонам. Эти проклятые орки погубили мне все дело. В довершение всего я еще и потерял свой инструмент. Но у тебя здесь полным-полно инструментов. Это все не те. Этим инструментом работал еще мой прадед. Проклятые руины! Как ты относишься к оркам? Проклятая банда. Надеюсь, им кто-нибудь однажды покажет. Надо говорить потише. Только спроса на лодки больше нет. Орки теперь не разрешают строить большие суда. Почему? Откуда мне знать? Что именно случилось с твоими инструментами? Дело было так. Я вышел проверить новую лодку. Вдруг, бабах, и лодка тю-тю была и нету. Я едва успел выскочить на берег. А при чем здесь твои инструменты? Они были при мне. Я же говорю, я проверял лодку. На меня набросились две твари. Они чуть не разорвали меня в клочья. Я швырнул в них инструменты. Мне еще повезло. Расскажи мне об этих тварях. Первый был Шнык. Мерзкое чудовище. Берегись его когтей. А другая? Второй был Варан. Я швырял их прямо им в пасти. И вот я стою здесь, гол как сокол. Жаль, у меня много работы с моей новой лодкой. А то бы я... Что? Ах. Понятно. Я корабельщик, а не гладиатор. А, был бы я бойцом, дрался бы на арене. А тут тоже есть арена, отлично. Хорошо. Я принесу отлично. Что? Думаю, у меня еще найдется. Я нашел твой мол. Спасибо. Теперь мне не хватает только пилы. Мне уже причитать.
Так, ладно. Блин, у меня стул скрипит. Надо найти камень телепорта в Сильдон, и тогда уже можно сходить этого варана с пилой. И сохраняться перед каждым сундуком. Так, здесь тоже. Где же этот камень? А, еще я помню, что есть какой-то чувак по имени Сапотек. У него есть огненный кубок. У него тупо на столе стоит. Ну, это орк. Блин, где же этот камень телепорта? Я ж помню, что он в каком-то сундуке валяется. Буду обыскивать Сильдон. О, вот он. Наемники. Вот тут куча квестов. И то, что в Дайкаре. Элитный наемник, что-то там. Гивас. Я прибыл от него, он хочет стрелы. Уркрасу нужны стрелы. 900 стрел. Что там говорят, говорят, хотят валить волков, зайцев и оленей. Стрел за Вакибун за 1800 золотых. Или 2200. А чем между ними разница? Ну давайте, что тут? На 400 золота больше уплатим. За 2900. Все. Это что, мельница? Да, была когда-то. Ладно, что ты тут делаешь? Я себе... Водовщик. Я получил хоть стрелу его. Ладно. Ничего не получил, ну и ладно. Я думаю, чем больше я заплачу золото за эти стрелы, тем больше мне опыта дадут, поэтому я золото не пожалел. Сколько я там, 3 штуки ему выдал. Так, хорошо. По-моему, там уже Сильдон заканчивается, там уже идет черти куда. Мне нужен вот этот городок. Где-то здесь есть огненный кубок, который я заберу. В одном из домов стоит. Помню, это дом чувака по имени Сапотек. Получается, орка, которая стоит рядом с домом, должно так и звать. Возможно, все. Это он? Да, это он. Блин, он... У него тут кубок, вот он. Если я его возьму, он тут же нападет. Это не кованый сундук, это просто большой сундук. Ну ладно. Сохранимся. Что тебе нужно? Что это за лагерь? Идиот! Ты же сюда попадают такие морра, которые докучают на... Кто здесь самый главный? Я здесь главный! Значит, ты хозяин этого города? Нет! Конечно же нет! Глава этого грязного городишки Умбра. И я надеюсь, что он будет им недолго. Мне кажется, ты бы хотел оказаться на месте Умбрака. Умбрак мягкий.
Мора в городе слишком много свободы. Как продвигается бизнес? Плохо. Вы, Мора, неблагоразумны. Вы строптивы. Вместо того, чтобы работать на меня, вы отдаете себя на растерзание диким зверям. Действительно. Твоих рабов съедают дикие животные? Именно. Эти идиоты сбегают в горы, а там их жрают волки. Рабы сбегают из твоего лагеря? Да, черт бы их побрал. Я спущу... Я верну тебе твоих рабов. Нет, не делай этого. Убей их! Убей всех пятерых! Только так можно заставить других рабов стать послушными. Кажется, Умбрака здесь очень любят. Любят? Все орки и все морра испытывают перед ним страх. Но я не верю в истории о его героических подвигах. Если бы я мог, я бы бросил ему вызов. Что тебе мешает? О, что тебе мешает? Что тебе мешает бросить вызов Умбраку? Этот жалкий шаман Громпел, не спросив его совета, Умбрак не делает ничего. Можно сказать, что настоящим хозяином города является Громпел. Я мог бы убить Громпела для тебя. Ха-ха-ха! Хотел бы я посмотреть на это. Я вижу, ты не шутишь, не так ли? Что ж, хорошо. Я дам тебе порядочную сумму денег, если тебе это удастся. Город очень ослабеет, если шаман погибнет. Пусть эти отвратительные повстанцы только подойдут. Я не боюсь их. Короче, все. Там какая-то битва происходит. Что там вообще? Опять бандиты какие-то напали. Покажи ему! Да! Отличный удар! Так, давайте соберем Смолвуд. Податься для провала неплохо. Шел бы ты отсюда, от греха подальше! Все, все. Никаких губ тебе пора идти. Иди отсюда. Так, ладно. Мне нужен камень телепорта в Сильден, я не знаю, где его найти. Вот какой-то еще паладин. Короче, я потом с ними поговорю. Думаю, все, уже сделаю эту часть коротенькой. В принципе, здесь мы ничего не сделали, но если я найду камень телепорта в Сильден и выполню парочку заданий, я думаю, я Сильден обследую, потом Гельден и пойду сразу в Фаридг. Вот как-то так. Потому что, ну, трейлис мне не нравится, а в Акарине море, ладно уж. Не буду выполнять задание по статусу. В принципе, мне уже особо ничего не надо, как у меня 18 уровень. У меня нормально так, ну, снаряжение, я там подниму еще пару уровней, стану злыми мечами или прокачаю себе магию, и можно будет идти на север, а потом в пустыню и выполнять задание Беляра. Поэтому, ну, эти два города. Просто я не хочу выполнять эти скучные задания. Хотя не знаю, может быть, и выполню. Кромпел. Ну ладно, все тогда. Заканчиваю часть. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.